Всем привет, с вами канал MultiPlanet и я Маша Кассетера. И сейчас мы поиграем в игру по мотивам мультфильма Умизуми. Так, это у нас приключение Умизуми, строительное приключение. И как всегда в начале скажу, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео. И поехали. Привет, Уми, друзья. Мы так рады видеть вас здесь. Сегодня в Уми городе у нас фестиваль. Но у нас есть большая проблема, посмотрите. Так, у нас все разваливается, разлетается. О нет. Мы должны все починить до начала фестиваля. Уми, друзья, нам очень нужна ваша помощь. Давайте вместе справимся с этим. И мы согласны. Спасибо большое. Замечательно. Команда Умизуми готова. Так. И нам надо собрать все элементы развалившейся то ли башни, то ли змея. To help me catch the shape. И ради этого двигать надо нашу команду Умизуми и хватать все нужное. Так. Look at that shape on the blueprint. И вот мы видим первый элемент. А нет, собрала не тот. Нужно только нужные хватать. И первый нужный у нас это вот этот вот прямоугольник. Ура! И мы нашли первый элемент. Мы молодцы. Так. Оп, теперь нам нужно... Ну-ка, что будет, если на плечку. Так. И мы нашли крыло нашей какой-то ракеты. Теперь нам нужен треугольник. Ну-ка. Так. Берем треугольник. И последний элемент нужен. Нет, круг нам не нужен. Так. И вот мы его нашли. We put that kite back together. Ура, мы собрали. Так, теперь мы собираем следующую бабочку. Так, следующая нам нужен полумесяц. Оп, и налетим на эту штучку. Умизуми. Ой, нечаянно налетели на птичку. И взяли крылышко у бабочки. Look at the blueprint. That's the next shape we need. Теперь нужна следующая деталь посередине тельца. Ура! Это мы нашли. И нам нужен полумесяц опять в виде... Точнее, крылышко в виде полумесяца. И вот оно. Подбираем его. Так, теперь какая-то уточка. Вот ее тельце мы первое подбираем. Все игрушки, видимо, к фестивалю у нас рассыпались. Так, теперь нам нужен круг. Оп, нашли круг. И теперь нужен клювик уточки. Кря-кря. Так, а вот и он. И подбираем его. Ура, мы сделали, мы собрали все. И что у нас теперь? Спасибо вам за вашу помощь, Уми, друзья. Я очень рад, что вы были здесь. Гизмо, посмотри в небо. Один, два, три. Мы собрали три воздушные змея. Это была фантастическая работа. Чудесная работа. Но мы можем делать еще лучше. Мы можем украсить змеев. Вы поможете мне, Уми, друзья? Отлично! Пошли вперед! И мы отправляемся на фестиваль. И теперь играем с Уми Милли. Так, и нам надо помочь Милли добраться до фестиваля. Look, here's the first pattern. It goes Bumblebee, Daisy, Bumblebee, Daisy, Bumblebee. What comes next? Daisy. Daisy. Yeah. If you help me catch a butterfly, так, нам нужно ловить бабочек и собирать бамблби. Дейзи, это у нас шмель-ромашка, шмель-ромашка. Ты желудь-перо. 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 Перо. Перо, 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 где перо? Перо.
Вот, нам нужно продолжать линейку. Которая нам говорит. Теперь у нас листик, желудь. Листик, желудь. Листик, желудь. Что следующее, спрашивает Милли. И ищем желудь. Ой, какая зверушка. Что будет? Так, оп, желудь нашли. Правильно. Ladybug, strawberry, strawberry. Божья коровка, ой, клубничка, клубничка. Ladybug, what goes here? И нам нужна клубничка. Порядок у нас клубничный. Божья коровка, две клубнички. Божья коровка, две клубнички. Оп, клубничка. Клубничка. Great. Так, ого. Красный цветок, желтый цветок, синий цветок, красный цветок. Так. Red, yellow, purple. Red, yellow, purple. Red, red, yellow. What goes here? Красный, желтый, синий. Красный, желтый, синий. Ну, точнее, не синий, а фиолетовый. Purple, фиолетовый. Excuse me, Mr. Chipmunk. Ой, ну мы же не набежали. Так. Ой, нам надо ловить бабочек. Где наша бабочка? Уху, поймали бабочку. И нашли желтый цветок, который как раз не хватало. О, теперь у нас... Да. Желудь, мухомор, листик. Желудь, мухомор, листик. И нам нужно найти желудь. Его не хватает в нашей цепочке. Ой, какой-то паучок. Лучше его оббежим. Так, и нашего суслика, брундучка, оббежим. И оп, мы нашли то, что надо. Одуванчик, роза, бамблби. Ну, в смысле, шмель. Одуванчик, роза, шмель. Одуванчик, роза, шмель. Одуванчик, роза, шмель. Заела. Нам нужно найти одуванчик. И вот и он бежит к нему, Милли, и хватает его. И ура, у нас получилось. Thanks, Umi friend. Спасибо, Уми, друзья. Умирифик. Now we can throw all the patterns we collected. Теперь мы сколлекционировали все украшения и можем ими украсить наших воздушных змеев и отправиться на фестиваль воздушных змеев. Спасибо, Уми, друзья, вы нашли все, что поможет нам выступать на фестивале змеев. Так. И теперь нам... Теперь нам надо построить опять змеев. Click on a shape. Click again to put the shape where it belongs. A triangle. You are a triangle. A triangle. And a triangle. Быстренько, змея, и первого построили. А теперь мы можем украсить. Then move your mouse to a shape in the blueprint and click on it. Так, можем украсить его, надо для этого нажать на картинку и перенести ее на змея. И какого же у нас будет цвета? Давайте он вот такого будет цвета. Волнистый весь. Так, и посмотрим, что получается. Now you can fly your own kite at the festival. Ура, мы закончили, и вот такой воздушный змей у нас получился, на котором наши Уми-Зуми могут полетать. И тут можно начать заново, поиграть заново, создать нового змея. Ну, я думаю, если что, вы захотите, найдете, создадите. И надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео. Всем пока, до новых встреч!